Так, ребят, стрим пошел, я буду у вас через минуту приблизительно. Вот, короче говоря... Ожидаем мы старта. Я сейчас отойду буквально на минутку. И мы будем уже играть в Бобролигу. Сейчас я вернусь, ребят, через минутку. Ребят, я здесь. Бобролига стартует скоро очень. Всех приветствую. Хэппи сегодня бьется. Так, ребятки. Ну что, я здесь, Magic здесь. Узнаем, здесь ли гуру, не здесь. Сейчас разберемся. Вот, ребят, Хэппи против гуру сейчас будет биться. Время такое, ну, утреннее, к сожалению. Ничего не поделаешь. Кто не видел, не сможет посмотреть, посмотрит записи по финалу и матч за третье. Посмотрим, я думаю, выходные в более адекватное время. Так, сейчас, ребят, на секунду. Ждем. Так, ну что, пришел гуру, начинаю черкать карты с хэппищем. Лотов у нас, от немножечко отвлекемся от увлекательной кампании. Вот.
Так, ну что, черкают игроки карты. Черкать много не надо. Всех еще раз приветствую. Просьба, конечно же, отключать от блоки, подписаться на премиум, поддерживать мой канал по реквизитам в описании. И через плеер сейчас мы увидим интереснейший матч Хэппи против Гуру. Полуфинал Бобра Лиги. Плей-офф пройдет, скорее всего, в субботу, потому что в воскресенье у нас будет Близкон, а там тяжело, столько много турниров будет отстримить. Плюс там 2 на 2 турнир, может быть, я постримлю, не знаю. Разберемся с этим моментом и по ходу пьесы, что называется. Ну а сегодня полуфиналы, далее потом компания. Так, создаю игру, я тут, так, Bridge Terraform, карта, мосты, так, ждем Хэппи в итоге. Да, я создаю, я просто отвлекся, ребят. Еще раз всех приветствую, всех очень рад видеть. Стрим понемножечку начинается. Плей-офф 1-2. Хэппи против Гуру. Сейчас начнется битва. Будет по-любому интересно. Дальше будет кампания. Продолжение за тиранов. И, естественно, потом зерги в конце брудвара. Сегодня брудвар, я думаю, закончу. По времени, в принципе, нормально. До вечера успеем пройти. Не знаю, сколько займет. Ну, а в следующий день уже начнем вол... Ходс в какой-нибудь, не знаю, в какой, ну, до Близкона, то есть между Близконом, между 1 и 7 и 8 числом тоже будет перерыв, так что там нужно чем-то будет заполнить все это дело. Короче говоря, разберемся, я думаю, уже после первого тура Близкона, после воскресенья буду проходить Ходс. Так, Смайл что-то... Паш, ты что, слеп что ли? Видишь же, пишет Кэпи, что на 2 минуты отойдет. Вот. Ничего страшного, ждем. Как только придет, сразу зайдет, естественно.
Так, ну да, может быть, я не знаю, вроде не замечал, но возможно, что бывает, что такой нить, тем более еще система же новая тут у нас. Вот. К сожалению, забыл предупредить Кибет, что с которым я сотрудничаю, сегодня будет эти игры, ставки не смогли запилить, поэтому слишком мало времени. Вот. У нас на завтра запилят обязательно. Так. Так. Хэппи хочет карты все выяснить. Вот, на завтра ставочки запилим. Также в описании ссылка есть на конкурс к Близко, ну, который Кибет организует. Призы там коврик от Вайтры и еще что-то там, я не помню что. Вот, я там тоже так for fun буду ставить, соответственно. И среди зрителей будет конкурс проводиться. Задержка минута. Вот. Так. Привет, Луп. Нет, сегодня Култи с лазером не будет. Култи не вернулся. Вот, еще пока он куда-то там уехал, мы вошли в положение, перенесли. Что-то там с документами связанное. Орбитальная третья, Терраформ вторая карта. Все, поехали, наконец-то карты. Серос четвертая, Терраформ орбитальная. Вот, ну что, запомним. Терраформ вторая, орбитальная третья. Серос четвертая. Все свое слово сказали. Начинаем. Хэппи против Гуру. Наш император против очень хорошего польского зерга, который очень неплохо выступает. Ну, посмотрим, что он покажет сейчас. Так, вот Хэппи уже играет, ребят, не тупите, название стрима смотрите, оно прямо на главный, самый первый мой стрим на данный момент. Время, к сожалению, такое у нас, ничего не поделаешь, позже не получается впились. Особо там и времени ни у кого нету, плюс как-то, ну, вот так вот.
Так, личная за красивую игру, идет загрузка, кто-то, видимо, тупит. Кто хочет участие, кстати, в конкурсе от Кибет принять, есть промокод. Вот, сейчас я вам скину. Так, и что за хрень-то? А вот все здесь. Не знаю, надеюсь, игра загрузится, никого не дропнет. Хотя не уверен я в этом абсолютно, потому что, ну, сами понимаете, всякое может быть здесь. Ну что, поехали. Все-таки вот промокод я вам скинул. Просто задержка. Вот, Бо-5 у нас. Первая карта, соответственно, мосты. Игра начинается. Хэппи против Гуру. Ух, как после первого Старкрафта-то мне даже глаз режет, а. Все как-то очень опасно. Так, я не говорю, что кто-то тупит, как бы, я говорю, что нужно название стрима читать. Вот. Что с промокодом делать? А что это было-то такое? Я чуть не понял. Так, секундочку, сейчас я создам еще раз карту эту. Короче, что-то сегодня не начать никак. Ну вот такая вот игра, да все никак не начать. Гуру просто был АФК. Ну все, здесь быстро стартуем. Поехали. Так, ребят, там в ссылке говорят еще. Мне вот человек с Кибета Диас говорит, что есть еще ВЦС промокод. Короче, я сам ни хрена пока не понимаю с теми промокодами. Как разберусь, вам скажу сам, что там к чему. Потому что, ну, что-то непонятно мне самому. Нифига. Ну что, Хэппи против... Ревас Блайм бы промашнили, или нет? Буржуев можно промашнить, у нас ничего не промашнишь. Я просто сам не обратил внимания, потому что отвлекался, что у Гуры рабочие не ездят. Но у него действительно он просто позже пришел, и старт позже был. В итоге вот такая вот хрень. Короче, про промокоды есть все в ссылке, так что... Эй,
Так, промокод для того, кто хочет участвовать в ставочной теме от Кибет. Вот, конкурс, где приз коврик от Вайтры. Еще что-то там есть, я все не смотрел. К Близкону, кто будет просто туда ставить на эти игры. Вот. Среди комментаторов тоже будет там какая-то хренотень. Ну, там сотку закинули на счет. То есть так, фуфан запилю куда-нибудь. Я, как я понимаю. Так что вот такие вот дела. Кто больше сделает потом. Посмотрим, проанализируем ситуацию на Близконе. Сейчас не до этого. Сейчас полуфинала. Компанию нужно допройти. Брудвара остается за тирана, Мюшка, и за зергов. Последняя миссия. Прилетает Рипер. Хэппи унижает одного дрона. Первого, второго не получается забрать. 6. Это, естественно, баг интерфейса. За счет того, что... Так, а что Хэппи, кстати? Посмотрите, можно же Рипер Джамп отсюда сделать. Хэппи прошарился в таких темах, интересно. Я помню ситуацию с Култи и Блаем, естественно. Пошел скан от Хэппи. Хэппи видит, что делает Лейер у оппонента. Рипер улетает в итоге. Здесь все пока четко, точнее, Лейер, но очень ранний получается. Здесь у нас, посмотрите, какой юнит заказан, очень интересный. Под него пристройка пошла. Вот мне кажется, что для такого мощнейшего юнита, чтобы его устроить изначального старпорта, даже без пристройки можно было, это перебор почему-то, ну не знаю. Плюс с реакторами он строится. Может быть, в будущем это изменит, может быть, нет. Коврик, ковриков стрелка не разыгрывается. Гелион и Рипер приезжают сейчас ко второй базе, к третьей, точнее, базе Гуру. Здесь у нас Evolution Spire. В Evolution ничего не делается, в Spire. Соответственно, есть продакшн. Гелион и мимо королев проезжают сейчас на мейн. И начинается харас в итоге, ребятки. Мне тут звонок идет. Я чуть попозже отвечу. Когда харас этот кончится. Погибает уже 11 дронов, 15, естественно, ложная цифра. И это еще не предел. Хэппи еще забирает дрончика здесь. В общей сложности погибло 16 рабочих. Это очень хорошее, оптимистичное начало для Хэппища. Вот он добавляет бараков, количество очень даже неплохое. Третья ЦЦшка делается. Муталисков вижу заказанных пару штучек. Здесь вот один либератор, он же Валькирия Ови разбивает против мутки, то есть... Уже есть какая-никакая оборона, есть уже второй, есть реактор на старпорте и заказан еще один либератор. То есть, если Гуру будет мастить мутку, ну это будет бредом. Уж 4 либератора, они уже без какого-либо поддержки могут разбирать на самом деле. И все замечать. Так, здесь у нас, Факта сидит туда-сюда, взлетает. Здесь не прикрыты камни, ну камни пробивать пока нечем Гуру особо. Третья ЦЦшка готова, будет ли это орбиталка? Да, это орбиталка. Летает два муталиска, их нужно чем-то сбить сейчас. А чем их сбить? Ну вот есть либераторы, у них скорость 4.72, а мутки какая? 5.6. Все-таки медленнее они летают, несмотря на то, что юниты очень быстрые. Ну что же, нужно ловить мутку. 4 муталиска здесь против 4 либераторов. Хэппи обнаруживает эту мутку сейчас. Хорошо, забирает 2 штук. Законтролил сейчас очень неплохо. Третья сэшка пролетает. Поле миту больше пока что Гуру по рабам.
45-53, он тоже вперед вырвался, но третья хат у него только-только готова. Нужно начинать раскачивать. Хэппи тоже третья начинает добываться. Крадок, привет. Шесть бараков вскоре будет у Хэппи. Грейды пойдут в очень-очень массовых количествах. Плюс два заказывает сейчас. Ой, ошибка от Хэппи, случайно взял, отменил инженер, или он там какое-то другое здание. Вроде инженерку, наверное, это мисклик был. Ну, ничего страшного, вторая атака заказана, армор будет чуток позже заказан. Муталисков становится больше у гуру, каких-то корабторов он добавляет. Странные такие действия. Либераторов 4 штуки, как было, так и есть. Мутка харасит вторую, можно и нужно ловить ее сейчас будет. Либераторы мимо летят, между прочим. Нужно медиваки законтролить сейчас. Хэппи мариками на стиме пытается прогнать гуру. Прогоняет и уходит домой на базу сейчас. Увеличивается, увеличивая при этом всем продакшн. Инженерочка готова. Нужно грейд заказать на либераторов. Либо на что-то можно и вот здесь вот в арморе заказать. Бараков. 4 лаба работает уже сейчас. Раз, два, три, четыре. Пятый. Сейчас еще пятый. А нет, пятый. Не лаба, простите, реакторы. Пятый как раз лаба будет. Хочет мародеров побольше хэппи строить. Но нужно делать грейды сейчас на мариков продолжать. Потому что если в хайп сейчас гуру выйдет в ультралов, может быть хэппи очень напряженно. Здесь у нас Беллингелинги, мутка караптора есть. Либератором, кстати, сиджмод есть вообще? Да, есть сиджмод, насколько я... А, нет, вру, нету сиджмода, ребят. Не сделан грейд. Перетолок, всем здорово, всем привет. КСМ-очки строятся на вторую базу, лимита хэппи больше, 136-122, хелбатики пошли по 2 уже в продакшне с факты. Нужно, а вот на воздух грейд, да, воздушную атаку заказывает хэппи сейчас. Либераторы приходят без раскладки, это просто, где поддержка с воздуха? Помните, Марик в начале Брудуара говорит, вот она. Тут, конечно, батлкрузеров у Хэппи нет, как там, но они не будут зато либераторы улетать, как в компании. Так, Минка делает залп, не то чтобы прям сверхудачно, но пару юнитов подрезано, либераторы. Погодите, а раскладка? А что, теперь не нужен грейд, на что ли, на раскладку? Он изначально дается, я не понимаю, или почему такая происходит несправедливость? Я вот этого не пойму. Может, кто подскажет? Может, я какой-то патч пропустил? Или почему он не указывается в грейдах-то готово? Нету просто, его нету, и все, этой раскладки. Так, на второй базе выщелкиваются рабочие очень активно. Но это все пока что. Пошел одинарный дроп. Потеряно 31 рабочий. 14 рабочих сейчас погибло. Но гуру подстраивает новых. Сейчас одновременно летит дроп. Еще плюс 2 либератора делается. Грейда уже нет, понял. Ни хрена себе халь. То есть мало того, что они так рано строятся, так еще и грейда нет. Это же жесть. Ну что же, марики прохарасили минеральную линию. 8 дронов еще погибает, насколько я понимаю. Да, 31-39 сейчас стало. Дропщик был уничтожен практически без потерь здесь гуру. Так что все замечательно. Пока у хэппи. Гуру пытается как-то уцепиться за эту игру. Вижена очень мало. Так, на Кивич. Какая-то активность происходит. $50 на киви, это ты, видимо, шайба. Макарошки кидаешь в супчик, потом ждешь часов 7-8, после чего уходит отменная кашка. Спасибо тебе большое. Вот. Очень приятно, ребят, за поддержку. Всем спасибо. Сегодня бьется хэппи, как вы видите. Время ранняя битва его, но ничего не поделать. Здесь марики дропаются, либераторы. Неплохой дэмэдж мутки сейчас вносят. Армора у нее нету, а без армора, как вы понимаете, одна атака очень сильно решает. Провожает хэппи муталисков очень солидно, так значительная часть не уходит, но гуру, тем не менее, четвертую в центре занял. Делает грейды, продолжает делать. Есть два когтя на лингов, у хэппи 1-2, грейды 3-2 делаются. Добавляет либераторов к миксу. У хелбатов грейдов никаких нету вообще, спасибо за ссылку на патч. Что же там еще изменили, я посмотрю потом. Чуточку FP от хэппи. Открою ссылку. Между матчами гляну как раз, что либератор висит, ждет секунды, чтобы ворваться. Как он дэмэджа много выдает, конечно, мутки, когда
его никто не трогает. Даже один этот либератор, потому что это Валькирия, я уже вам говорил об этом. Валькирии увидели в компании. Великолепный сплит от Хейпи. Бейлинга в часть не доходит до юнитов Тирана. Но что-то много муталисков, а мариков абсолютно недостаточно, чтобы все это расконтролить. Корапторы выносят медиваки при этом всем, что самое интересное. Но одновременно прошел дроп на вторую базу, где погибло уже 15 дронов. 54 за игру. И марики тут разбирают просто хату. Муталиски прилетают, как они их разваливают на 2-1-то грейдах. Мутки погибают, все практически 116-107 по лимиту. Еще и хату Хэппи добил, гуру не может доконтролить. Этот дроп просто решил, я не знаю, практически не то, что все в этой игре, но это нивелировало не совсем удачный замес для Хэппи, что тирану размениваться так, что ничего не уходит, это не очень хорошо всегда. А вот эта выбитая хата, тут еще есть газа почти 1700 где-то в общей сложности, плюс, ну, минералов, ладно, тут совсем мало осталось, но тем не менее, это и минус supply, это минус продакшн зергу, не стоило терять эту базу. Либераторов сколько у нас? Либераторов уже 7 штук у Хэппи, еще 2 строить, скоро 9 будет, вторая атака воздушная тоже сейчас доделается. Мутка пытается прохарасить, но туретки 4 штуки, мутки абсолютно недостаточно для этих действий. Третий армор заказывает Хэппи. 3-2 грейды сейчас. Ну и 168-127 Хэппи собирается дожимать. Ультралы поздние у гуру получается. Вот первых только 2 я вижу сейчас в продакшне. Армор уникальный, конечно, делается, но у него армор-то всего 1, поэтому будет. Ну 5 уже будет, как бы. То есть 6. Как со всеми грейдами, соответственно, в Котсе, Воле и в Брудваре. Минус несколько муталисков. Либераторов просто невероятное количество, 9 штук, действительно невероятное количество. С двумя-то атаками, плюс еще строятся. То есть и воздух они весь законтраливают, и по земле, если нужно, своими областями просто безопасности ультралов ликвидируют. Я бы назвал это так, вот именно вот этой хренью. Ну что, марики все прикрылись, ультралы сюда войдут в рейндж вот этого каста Хэппи, то, конечно же, все будут развалены. В это время контратакуют гуру, ЦЦшку буквально за секунду до готовности минуснул. Да, она уже готова, меньше, чем секунду, какие-то доли секунды здесь. Хэппи не отменяет ЦЦшку, занят контролем сейчас основной тут армии, либераторов еще раскладывает. Третья бас тоже выбивается, одна центральная у зерга остается сейчас. И 150-200 по грейдам, третья воздушная атака заказана. Здесь значительное войско дома. Вот меня единственное беспокоит, что у Хэппи засплищено все, но у него и так слишком много всего. Так, здесь корабторы наламываются уже мариками, конечно же, прикрыть. Мариками прикрывает. Либераторы как были в своем сидже, так и есть. 5 ультралов уже у гуру, 5-2 грейды, как я вам говорил. Идет он вперед, но под либераторов. Нужно ли лезть? Сейчас смотрите, сколько дэмэджа они вносят. Это же просто жесть. И по ультралам, и по всем-всем. Даже корапторы не успевают их разбирать. Ультралы падают понемножечку. Все ультралы минус. Либераторы складываются. Марики помогают против мутки. Против корабля королева приходит. Но тут трансюзить-то уже некого. Даже ультралы все сгинули, что называется. Один либератор выживет, и здесь у Хэппи разваливает, одновременно выходит прирост, и ГГ вынужден гуру написать. Хорошая игра первая, так, нужно выходить, ребятки. Отлично, Хэппи счет играл. Так, вторая карта Terraform. По-моему, говорил гуру. Еще всех ждем в игре.
Так, по Старкрафту, кстати, не такой промокод, кто с кибетом. По Старкрафту промокод ВЦС просто. ВЦС из трех букв. Как-то так. Так, кстати, я не перезвонил, ребят, сейчас ФП немножечко вы посмотрите, пока я перезвоню от императорства, императорское ФП. Улучшение завершено. Так, почитал я, конечно, изменения в новом патче. Либераторам уменьшили дальность атаки в земле, но с грейдом в центре синтеза, то есть для батлкрузеров. Ну да, действительно, лайтовое здание очень. Так, здесь Харас идет вовсю. Подрезает два линга уже Рипер. Здесь еще два линга выходит, нужно скрываться отсюда срочно. Кстати, интересно, отсюда вот сюда Рокки Джамп, наверное, нет, скорее всего, нельзя сделать. Вот, но с грейдом плюс 4, то есть 9 будет рейндж, а не 5. Этого осадного режима Либератора. Кайрером почему? А нахрена? Ну вот не понял я, нахрена ХП Кайрером уменьшили? Что они-то? С чего они решили, что Кайреры такие имбовые? Что там, все в армаду играют, как я, что ли, не знаю? Харасис, здесь Рипер. Плюс там танк дольше. Плюс танк дольше из медивака стреляет, да, это слишком халявная тема, скорее было всего. Здесь у нас два гелика выехали. П-50
первых у Хэпча Гуру через три хата играет Роуч Уоррен. Пошел. 47 еще на киви, майонез в супчик с макарошками. Что такое-то? Опасный супчик получается. Канцерогенный. Спасибо большое за поддержку. Всем спасибо, ребят. Очень приятно. Ну что, точка сбора на вторую базу стоит у нас. Стенка у Хэппи есть. 6 гиллионов рипер двигаются вперед. На третьей базе прикрытия нет. 4 роуча заказано. Мува лингом еще нет. Ну и пошел либератор вместе с танком с одним. Первый уже полетел здесь. Барак на реактор садится. Заряжает 6 гиллионов плюс рипер. Зря Хэппи с королевой, кстати, дерется. Хотя убить ее можно, действительно. Ну, сам на своих гранатах, правда, он взрывается. Я не знаю, нахрена он дерется вообще с этими королевами. Когда можно было мимо них проехать и просто нажечь рабочих. Спокойно, абсолютно хорошее количество. Сейчас Хэппи объезжает, обманывая Роуча очень сильно. И можно попытаться в минеральную линию ворваться. Либератор тем временем на мейн залетает. Мультитаз, дичайший стрэнг Хэппи. Начинает стрелять минус рабочих. На третий минус рабочих много. Минус много. 14 в общей сложности. Правильное число. Да, 16 погибло, как и написано. И еще будут гибнуть 17 дронов. Гуру Хэппи минусует в самом начале. Либератор все еще стоит. Королеву убивает. Но дроны-то куда-то крана приехали. Он сейчас нащелкает их еще. 25 минус на вторую базу. 2 гиллиона плюс рипер рвается. Это не конец Хараса. Минки пошли. Хэппи просто... Он что творит-то вообще? Что творит этот Хэппи? Он просто разрывает все нафиг. Рипер на мейн умудрился пролететь. Еще и гранатку кидает. Еще начинает выщелкивать. Здесь еще один либератор приезжает. Королеву Гуру не успел законтролить. Один залп по королеве. Можно попытаться кинуть в нее гранатку. Гранатку не кидает. Рипером, правда, вытолкнул сюда рабочих. Она еще подрезала. 39 дронов минус. Но, посмотрите, Хэппи в это время... Ну, это в стиле... Ну, это в стандартном стиле Хэппи. А рабочие не строятся в это время. У него все равно меньше. Ну, что за хрень? 39 рабочих. 33, прошу прощения, кривое число. 33 погибло, но Хэппи все равно по рабам проседает. Ну как же, рабочие не строились. Неужели у Хэппи осталась эта тема? Ну тут, конечно, контроль дичайший был в двух направлениях. То есть он очень много наубивал, но я считаю, что... ну закажи КСМ-ок тогда просто, ну на ССС. Это же жестко как-то. Вот тебе и имба. На самом деле ничего пока тут у Хэппи такого какого-то преимущества, чтобы вообще он уже выигрывал, нету. Либератор тут личинки крошит вовсю. Ну, все убить не получилось. 60-47 по рабам, и Гуру на десятку лимита больше. То есть тут только все начинается в этой игре, на самом деле. Здесь, значит, 4 роуча есть, Гуру не доконтроливает их под танки, они куда-то поперли. А зря 2 роуча минус в итоге. Здесь Либератор, вернувшись с мейна, зергов начинает сбивать оверов. Ну что, либератор сейчас вычинен. Отчинивается либератора. Полетела ЦЦшка. Погибло 3-4 рабочих за игру у зерга. Но он держится пока. Гуру настроился 187 по лимиту. Правда, в это время выдвигается Хэппи. Сейчас уже будет 1-1 грейды, щиты, 2 либератора, 2 сидж-танка, плюс марики, что есть у Гуру. 5 муталисков, 2 роуча, 6 лингов. Если сейчас количество юнитов значительно не увеличится, это может означать ГГ. Хотя в продакшене у Гуру много всего. Муталиски, бейлинги, линги. Танки сиджатся, сейчас можно либераторов тоже рассижить, что Хэппи и делает. Танк подвозит один ближе, но теперь он дольше после дропа стреляет. Вот увидите, он долго думает перед тем, как стрельнуть. Решение абсолютно верное, что это изменили. Хэппи выманивает на либераторов на танки юнитов зерга. Либераторов Гуру минусует, танки минусует, и все, пора сваливать. 99-123 по лимиту, что Хэппи и делает. Я даже на его месте загрузился сейчас. В медивак и свалил. Фокус мутки. Хорош. 3 муталиска подрезает Хэппи.
успевает улететь медиваком куда-то в центр. Можно вот сюда вот дропнуться, что Хэппи и делает. Успевает дропнуться еще прям под муталиск. Вы же тут марики. Ну, дэмэджа хоть мутки нанесут одной. Медиваки сплитятся в два направления. Гуру правильное решение делает. Сначала ловит тот, который к мейну Хэппи летит. Второй поймать будет потяжелее. Он уходит наверх. Мимо базы, гуру не заметил, и все, Хэппи улетает. Давай, один медивак спас, в принципе. Ну что ж, интересный такой маневр. 144-119, несмотря на все это, лимита гуру больше на 24, у него 82 дрона на 65 КСМ к Хэппи. Либераторов Хэппи добавляет под вас реакторы, сейчас не делая, правда, грейдов, в отличие от предыдущей игры, где он грейды делал очень хорошо, очень четко. Один бункер на третьей базе есть от забеганий всяких. А, даже по три либератора уже пошло. Вот это да. Даже по три либератора у Хэппи пошло. Если ты, черт побери, строишь по три либератора, где же грейды-то на них? Абсолютно мне непонятно, где эти чертовы грейды. Прибегает Мючка Лингов, гуру делает как-то грейды вяленько. Опять вот у одного смешного эволюшна не понимаю. А вот второй есть, а где этот грейд делается? На третий. Почему не делает еще грейды здесь, не знаю, гуру. Хату рядом с мейном занял, посмотрите, это уже пятая база. Ну, Хэппи рядом, Хэппи бдителен. Но отрядик-то совершенно такой незначительный здесь. Дома либераторы, марики против мутки дерутся. Мутка либератора убивает, но марики наказывают пару муталисков. Здесь либераторы не раскладываются, пятая на халяву умирает. Да я на самом деле против линго-беллингов либератора не такие уж эффективные юниты, если их не штук 9 разложено. Потому что 9, там они за залп 9 юнитов выщелкают, это действительно много. Так, начинается контроль, сплитит мутку гуру, Хэппи грузится, улетает прямо на мейн к нему, сваливает отсюда. Можно попытаться муталисков поубивать, что Хэппи и делает. Дропчик пошел, но слишком эффективно здесь не получится ничего сделать. Этим дропом. Короче, все теряет. Хэппи 135 на 182 по лимиту. Либераторы продолжают строиться. Наконец-то хоть атаку плюс заказал. Марики, мародеры двигаются к золоту. Собирается Хэппи занимать. Но медиваков ровно 0 сейчас. А как будет био драться без медиваков? Объясните мне. Никак, ответ. Естественно. Один медивак Хэппи заказ, понимая, что тут нужно что-то делать с этой ситуацией. Отсутствие медиваков. Бункер плюс туретка здесь все перестрахует. ЦЦшку сразу Хэппи отменяет. Туреточка не готова. Минеральной линии. Гуру находит уязвимое место. Но 5 либераторов могут сейчас ему заставить очень сильно пожалеть о том, что он здесь летает. Даже 6 уже либераторов. Один из них падает. На остальных гуру наламываются. Муталисков сплит очень даже неплохой. Но Хэппи принимает бой. Потому что марики прикрывают все, мутку просто. Невероятно какое-то количество сливается. Вот из бункеров еще высадил, вколол бы мариком. Они вчетвером могли бы на 2-2 так грейдах ушатать. Здесь даже, ну, у всех красных 4-5 муталисков легко бы могли забрать. Планетарка на золоте уже готова. Гуру ничего пока с ней сделать не может. 146-190 по лимиту. Нужно как-то зергу здесь быть. А как ему здесь быть? Медивак всего один у Хэппи. Хрен там он что вылечит вот это... Вот этих юнитов всех нужно бы подзаказать еще. Но Хэппи понимает, что ему нужна противовоздушная сейчас оборона. Ему нужны либераторы. Не мешало бы сейчас починить и вот этих трех. Гуру пытается контратаковать в направлении интереса. Сейчас Хэппи видит эту контратаку. Либераторы смутались к медирусу. Гуру делает элементарный сплит мутки, который всему голова. Либераторы все падают максимально быстро. На второй базе проблемы. Сверху депошки нет, поэтому Хэппи... линги могут забежать даже на мейн Хэппи, что гуру и делает сейчас. И он даже вторую депошку Хэппи не прикрывает, не закрывает. Это ошибка. Правда, линги здесь все в кучу. 2-2 грейды против 1-1 лингов. Разваливает все Хэппи в кломищу. Здесь успевает выйти, чтобы биться с гуру. Две минки делают просто царские залпы, но в это время нету сплита. И третья минка спасает положение для тирана, потому что иначе беллингов бы миллиард бы вкатывалось, но большую часть беллингов забрила эта минка. Сенсор Тауэр гуру подрезает на планетарку, шансов ломиться нет, никаких 159-138. И благодаря вот этому налому, благодаря тремя вот этим минкам, я считаю, не на 100% благодаря этим тремя минкам, но... Во многом благодаря им. Не знаю, на какую часть Хэппи ситуация в игре становится вполне конкурентной, потому что боевого лимита у него сейчас больше. Это баг, что там 0, естественно.
20 лимита разница, а рабочих 30, то есть на десятку хэви боевого больше. Туретчик добавляет еще, он здесь вот на золоте своем. И начинает контролить карту. Крипа маловато у гуру. Вот ему бы весь центр бы здесь бы заполонить, сюда бы, чтобы крип шел. Сюда вот у него нету такой работы дичайшей, как у корейских зергов, не знаю, самых лучших. Ну что, либераторов все больше и больше. Медиваков в хэпи тоже некоторое количество построил. Старпорты работают просто без устали. Как считаешь, что наш авиапром военный под завязку сейчас штампует? И всякие нужны самолеты хэпи, всякие. Ведь он же император, черт побери, тирана. Преемник Менска. В связи с компанией, ладно, не буду перебарщивать, а то сейчас у кого-нибудь что-нибудь пригорит. Муталиски в итоге гуру ничего сделать не могут. Либераторов 9 штук плюс 3 будет 12. Сейчас контролец первостаркрафтский. Пятую хэппи пытается вырубить. Марики на 2-2 грейдах. У гуру с ультрала с уникальным армором. Хату вырубить не получилось. Здесь беллинги какие-то халявные у гуру. Хэппи сплит же мариков. Мариков отводит. Сплитит, начинает беллинги врываться. Тем не менее, дэмэдж очень неплохой они нанесли. Но большая часть мариков выжила. Но ценных беллингов хэппи подбрил. И дроп в левый нижний угол, 11 дронов падает сейчас, не знаю, 11 или нет, 63 погибло, да, скорее всего, цифра верная. Медивак сбитый, в это время хэппи 6 часов выбивает, обратите внимание. Падает хата на 6, в углу у гуру добычи особо нету, лимита как было, так и есть. Ну, грейды хорошие на линго ультралов, но у хэппи почему-то не делаются 3-3, вот меня это очень сильно беспокоит. Медиваков все 3 штуки, поэтому вылечить не получается никого. Так, Vision сюда устанавливаем. Муталисков разваливают либераторы. Сейчас только что была картина маслом. Против Валькирии не попрешь это. Когда контролишь мутку против либераторов, естественно, нужно помнить, что Валькирии в первом Старкрафте делали с этим юнитом. И естественно, понимать, что на 10 штук, ну, без шансов наломаться, если только нету какого-то действительно крутого сплита. Как-то так. Преемник Стукова, думаешь, больше? То есть хэппи скоро за... Да, зергос. Ой, как муталисков подловили либераторы. Пытается здесь забрать. Кстати, неплохо гуру тут сплитит, забирая часть либераторов. У них, ну, тут грейды 2-1 в 1-0 всего лишь, поэтому, естественно. Вот. Поэтому такая фигня. 3-3 до сих пор хэппи не заказывает. Ошибка, считаю. Здесь один марик приходит. Что-то тут уже двух дронов застрелил. Ну, вот тут ни хрена себе. Последнее, что увидел марик, вот этого монстра с маленькой головой, между прочим, относительно. Но ему нахрен голова не нужна, за него мозг подумает. А за хэппи кто подумает? Никто за хэппи не подумает. Разве что Менск действительно. Улетает медивак. Накопился хэппи. Достал меня флудить уже. Какой-то пассажир тут слишком активный. Все ему что-то не нравится. Не нравится. Сиди, смотри молча тогда. Если что-то не нравится. Или мэджика, я не знаю. 13 здесь стримы-то есть. 13 либераторов, это много, действительно. Освободители. 15 уже стало. Так, куда-то дропщик хочет хэппи сделать. Гуру живуч. Гуру невероятно живуч. У него 200 лимита сейчас.
Не проходит дроп, тут много спорок. Но, кстати, марики на 2-2 грейдах могут успеть выбить спайр. Гуру вообще не работают. С вайперами на лом пошел от гуру. Либераторы все уничтожены с помощью каста вайперов. Ультралы все ломают. Неожиданная развязка. Просто посмотрите, как хэппи... Вот это дичь, ребята. Я даже пропустил, как гуру концентрирует войска. Успел только замес сам вам показать. Хэппи разваливается весь к черту вообще. Ждем третью карту. Так, орбитальная верфь. Третья карта, говорит Хэппи. Неожиданная развязка. Во второй игре зову всех сюда. Так, в смысле, что значит редко стримить стало? Я стримлю каждый день сейчас, каждый. Вчера 10 часов я стримил, например. Или это такие шутники у нас, реактор. Неплохо гуру отыграл. Зову гуру сюда. Хэппи, суть последней битвы была в чем, и мы ее увидели как раз, в том, что Хэппи... Слишком близко либераторов начал сиджить против ультралов на земле. И слишком хорошо вошел каст вайперов. Там многие погибли просто от этого. Щитов, прочности щитов адепт на 10 единиц. Я не знаю, что там эти щиты дадут. Я вижу, что карьера порезали еще. Так, начинается третья игра, поехали. Гуру против Хэппи, 1-2 с нашего турнира замечательного, а именно Бобролиги. Второй полуфинал будет завтра в такое же время приблизительно, а может быть позже, я не знаю. Да, походу ты завтыкал. Прохождение кампании в самом разгаре. Первая часть и вторая часть вчерашняя уже на Гудгейме. Кому это интересно, смотрите. Вот, изучаем мы историю Старкрафта перед выходом, соответственно, Лотва. Скоро, после вот этих игр, я продолжу проходить Брудвар. Остается за тиранов пару миссий и за зергов. Ну, и... Думаю, что до конца я Брудвар сегодня пройду. Волхотс уже, наверное, после Близкона будет. Хотя я не уверен, что там будет. Посмотрим. Требуются дополнительные хранилища. А Волхотс начну проходить уже после 1 числа, да. Там будет что посмотреть. Ну что, вторая хата строится, здесь рабочие строятся, барак, газ добавляет у нас Хэппич. Через Риперка видим опенинг.
все равно, что на финальной стадии футбольного матча. На футбольных матчах очень часто бывает, ну не очень часто, но иногда бывает, повтор показывают, там опасный момент или гол забивается, как бы это реальная ситуация. Но здесь мы бой увидели. Только не увидели стадию скопления Гуру, как он позицию выбирал, что я считаю тоже невероятно важно, поэтому, конечно же, все-таки я пропустил часть, но сам замес уже, когда он ломанулся, как раз я увидел, что там какая-то происходит непонятная движуха. Ну что же, добавляет счет на депошку, Хэппи Рипер полетит вперед. Еще раз всех приветствую. Благодарю за внимание. Благодарю за вашу поддержку. Любую, отблоки, премиумы. Поддержка прямая. Ну, вот гранатка по 6 рабочим попала нам сюда и пишет. Конечно же, это ошибка. Еще королеву хэппи подкидывают. Пока он только вынудил один газ отменить гуру. Или я не знаю, где этот газ вообще был, находился. Ну и Рипер улетел домой, я что-то не понимаю, почему Хэппи домой улетел, зачем ему именно вот здесь на рампе стоят, чего-то он боится, а чего он боится, я пока, честно говоря, даже не понимаю. Мува лингов нету, Лэйр пошел у Гуру. Сканит Хэппич, куда он сканит, кстати? Мейн просканил оппоненту, лейер на второй делается, лейер Хэппи не спалил, это тоже не очень хороший момент для него, и Либератор собирается харасить. Короче, в последнем патче вернулись назад немножечко. Так, гелики заезжают. Начинают королеву здесь атаковать. Не особо получилось прохарасить Хэппи. Королева выжила, Рипера Гелиона потерял, лингов тоже много. Полетел Либератор сейчас, его не видит Гуру. Только сейчас, по-моему, спалил. Королева здесь рядом есть, нужно залетать, как-то раскладываться. Получится ли королеву забрать, я не знаю. Или Хэппи хочет как-то вторым прилететь одновременно. Но он, если будет ждать, пока вот этот прилетит, это будет очень серьезная ошибка. А вот он сейчас Гелиончиков ждет. Так, раскладывается Либератор, Гуру королеву выводит из рейнджа атаки. Он ни до кого не достает, этот Либератор, Хэппи вынужден улететь. Здесь у нас оверы летают, еще раз пытается разложить. Здесь вот уже не забрать его действительно будет, потому что если королева сагрится, сюда будет сразу уничтожено. В это время Гелиона, посмотрите, сколько от Хэппи приезжает. Да куда ты на 4 дрона-то повелся, на мейне нет ничего вообще. Ну ё-моё, Муталисков дождался, Хэппи сейчас заезжает, и теперь уже так эффективно не получится, безусловно, прохарасить. Муталисков много вылетело, Либераторов желательно увести, сейчас они помогут в обороне. Подрезал, получилось только 9 дронов всего лишь получилось подрезать, но ничего не поделаешь. Либератор здесь висит без атаки. Муталиски, где они? Вот они летят, его уже убивать. Естественно, он даже выстрелить не успеет, минус Либератор. Здесь у нас овера видит Хэппи. Куда ты? Что ты делаешь, Хэппи? Куда ты полетел? Муталисками, Гуру, что происходит-то, Хэппи? Зачем ты это делаешь? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь.
Так, ЦЦшка третья вылетает. Ну что же, странный слив либераторов сейчас со стороны Хэппи. 1-1 грейды делаются. Скоро будет готов стимпак. Медиваки вылетают. Здесь у нас гуру есть несколько муталисков. Он контролит, просто летает, не наламываясь. Четвертую хату собирает. Держал ваш канал на сумму 252 рубля ровно. Спасибо за стримы. Так. Опа, оповещение работает. Наконец-то я слышу это чертово оповещение, потому что что-то не поддерживаю через плеер, да и премиумов мало. Невероятное количество в этом месяце и так на премиумах. Вот. Спасибо, неизвестный тебе за 252 рубля. Голос, хоть протестить можно мужика этого. Миночки копаются сейчас. Симпачится Хэппи, контролит. Щиты Мариком только-только заказаны. Грейды у нас, кстати, какие, я не обратил внимания. 1-1 готов, у Хэппи нужно 2-2 заказывать быстрее. Третья добывает СС-шка, поэтому ресурсов, в принципе, много. Здесь мутка пытается пролететь, Хэппи чуть две не забрал сейчас, но чуть не считается. По страте рево еще нет, я думаю, Хэппи... Я не, даже если у Хэппи денег не будет вообще, он такой хренью заниматься не будет, я в этом абсолютно уверен. Он же императорских кровей. Так, вылечивают медиваки все. Добавляются марики. Вторая атака заказана. Армор пока Хэппи не заказ. Здесь попытки четырьмя мариками дропнуться, ничего не вышло. Здесь Хэппи все еще не дает четвертую заказать. Сейчас минус овер будет. Но малая группка здесь очень опасна. Так. Не знаю. Вчера решили, что мужской вот этот лучший упоротый голос. Потестим этот, но если все будут не согласны, тогда поменяю, что я тут сделаю. Поддержки-то нет почти, как я могу понять, как бы нравится это людям, нет, как бы, ну, понять, что там, действительно этот мужик упоротый или недостаточно, чтобы было прикольно. Ну что, здесь гуру готовят выбивание вот этого отряда. И абсолютно верно, нельзя так позицию. Позицию нужно менять. Позицию нужно менять, это непрофессионально так долго оставаться. В итоге либераторы минус, марики минус, передроп, правда, на вторую пошел. Хэппи дропает часть наверх, часть вниз. И гуру увел лингов не в ту сторону, марики просто на ура бьются. Муталисков штуки 4 уже выбили. Вот это действительно эффективный был контроль со стороны Хэппи. Пытается выбить четвертую, не уверен, что успеет, но, по-моему, успевает Хэппи. Нет, решил забрать мариков, улететь, еще хату-то не выбил. Ну, не знаю, 4 марика, по-моему, на хату разменять нормально было бы. Там все бы даже не успели погибнуть. Минус овер. А, ну понял, Хэппи хочет соединить. Хэппи полководец, который ценит своих солдат. Какая к черту вонь вот это вот. Слизкие здания поганые, как бы, разменять своих людей, отношения людей важнее. Вот, подкрепление армия пошла сейчас, естественно. Здесь у нас пошел сплит, минка закопана, залпа не вижу. Пошел залп великолепный, лингов очень много сняло, но беллингов много все равно, но проще без лингов сплититься, естественно. Выбивает медиваков пару штук сейчас гуру, но основная армия Хэппи живая. Хата падает в итоге, здесь еще один медивак падает, без беллингов, куда ты ломишься, зерк, что, муталисков Хэппи через атаку выщелкивают, вот здесь вот люди за Хэппи отдались его, хотя, мне кажется, через заклик, может быть, даже эффективнее бы дрался, хотя не уверен я, может быть и нет, Хэппи здесь виднее, муталисков популяцию сократил невероятное преимущество заполучено здесь. В принципе, хотя по лимиту как было, так и держится. Четвертую ЦЦшку лучше не отдавать, поэтому да, лучше поднять ее, чтобы линги не атаковали. Муты мало, она дэмэджа вносит тоже мало, поэтому
Лимит очень близки, 122-128. Гуру все никак не может занять четвертую. И не сможет, потому что здесь Минка. А Минка это идеальный воин. Она не промахивается. Четыре валькирии у нас становятся. Они же либераторы. Ну это ключевой е-слово в стиле хэппи. Это вот продакшн либератор. По 4 штуки желательно с реакторами. Так, мутка пытается харасить. Здесь есть марики, здесь есть туретка. Дэмэдж делают либераторы. Мариков много прикрывают, очень неплохо. Здесь либераторы до мариков начинают биться. С несколько штук сбривает гуру, но остальные падают. А что у него осталось вообще, скажите мне? 5 муталисков, 2 вайпера, 93 линга, 0 беллингов. Нет, ребятки, 0 беллингов это против тирана не катит. Почему гуру не делает беллингов? Он что, рассчитывает, что вайперы здесь все убьют? Но здесь не только либератор это силу представляет. Сейчас и земля представляет силу. Кстати, земля без медиваков поджимает хэппи-рабочих. Выходит гуру, собирается биться. Минка делает залп, очень много гибнет на самом деле здесь лингов с этого залпа. Но зеленка хорошая, и гуру даже без бейна все сгрызает. Несмотря на то, что хэппи пытался сплититься максимально эффективно. Конечно, ничего не лечится, да и позиция не очень. Но гуру понимает, что он проседает, у него не четвертый, а у хэппи вовсю тут добыча идет ГГ. Вот так вот, вот так вот. Все-таки железным кулаком задавил хэппи гуру сейчас. Ну что же, нужно... Серос, карта, помню я. Четвертая. Так, ждем гуру. Ну что? Поехали. Терминал у нас последняя карта, если она, конечно же, потребуется, потому что если хэппи сейчас гуру законтролит, то тогда... Это все, тогда хэппи пройдет финал, гуру уже будет биться в матче за третье место, с кем неизвестно, потому что Култи с лейзером сыграют только завтра. Ну а после вот этого матча хэппи против гуру я продолжу проходить кампанию, поставлю пока его на заливку. 2-1 хэппич ведет.
Милки Кау. Мы будем знать героев, которые врываются так резво, но очень грамотно выходят, чтобы не провоцировать императора. Потому что, ну, если его спровоцировать, то... Сам понимаешь. Так. Во сколько Култи и Лейзер? Это у Смайла в чате спросите. Вроде в 16.00 мы условно договорились. И вроде как бы не было никаких переносов, как я понимаю. Корбан Даллас 50 рублей через плеер переводит. Но я забыл сказать, что порог озвучки 100 рублей я поставил, чтобы так халявы не было. Вот так вот. Поэтому я сам озвучу. Если кто забыл, Флэш просто суши макротиран, я не понимаю, зачем он вызвался на ищу. Преимущество было у него на стороне, он мог бы просто полететь в половину зданий и поехать войсками в атаку под зданиями, сделать сиеги и просто тупо убить Тоса. Вот так, как-то так. Но чтобы Яндекс мужик мой говорил, нужно от сотки. Я не знаю, надо указывать, кстати. То есть, неужели это не стоит в настройках? Нужно тогда написать, чтобы... программистам, чтобы сделали это, потому что, ну, вот, не указано. Или мне надо планку, наверное, снизить до полтинника, может быть. Хрен знает. Финал у нас будет, скорее всего, матч за третье место в субботу, я так полагаю. Почему? Потому что воскресенье близко, слишком нагромождать там я не буду, потому что там 2 на 2 турнир по ходсу, как бы последний, может быть, я и его постримлю, но, блин, если я и так 2 на 2 турнир буду стримить, этот стрим, наверное, часов на 15 будет, потому что близко, сами понимаете, это невероятно долгое путешествие. Роуч Уоррен у Гуру достаточно ранний, но это перестраховочный от гелиончиков, почему? Полуопупевший, привет. Потому что... Раскачка бас идет вовсю, Зерга, вот почему. Так, тут овер летает, нужно не будет сбивать его. Хэппи на этой карте очень грамотно. ББ, можно... Локи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Если кто забыл, Флэш просто суши макротиран, я не понимаю, зачем он вызвался за ничью. Преимущество было у него на стороне, он мог бы просто полететь полом. А чё я не понял, стоит какое-то ограничение по символу? Чё он до конца-то не договорил? Охренеть, мужика в топку. Чё за хрень-то? Лайны зданий и полететь войсками, а так по зданиям сделать сей и просто убить тосов. Не договорил, часть, чё за халява-то, ребят? Надо настраивать как-то. Естественно, буду стримить Близкон. В это время Гелион и Хэппи на второй базе разваливают, пока я Google мужика обсуждаю. Рабочих 26 погибает у Гуру. 22-40 по рабам. Три реведжера морфится прямо под рампой. Сейчас попытка проатаковать идет. Линги выдвигаются. Сич-танк еще не готов. Для Гуру печальные времена наступают. Бункер пробить не получится просто так. Здесь уже... Либератор, Рассижен, Линги забегают, нужно кидать с
Скиллы по либератору пошли, минус либератор, но готов уже танк, и гуру вынужден будет сейчас рабочих строить. По бункеру атака еще идет. Да, задержка минутная на стриме стоит, естественно. Подводит гуру овера и будет сейчас кислотой бомбить хэппи до конца вообще. Продолжается бомбардировка кислотой. Овера пытается хэппи отогнать, не получается. 42-50 по рабочим. Гуру понемножечку восстанавливается. Либератор прилетает сейчас и начинает просто на мейне беспредел. Королева сейчас может погибнуть. Нет, она все-таки не погибла. Дронов нужно увести сейчас отсюда. Проблема, естественно, у гуру. Здесь он отдал своих реведжеров на халяву двух штук. Все, там дальше харас кончится. Королева приходит. Либератора собирается минуснуть. Вдвоем хэпич с королевами двумя. 50-50 пурабам. Пурабам равная третья база. Третья цешка делается. Стимпак у хэпи поздний. Уже добивать надо идти. А стимпака все еще даже в продакшне. Нет, что-то темно стало. Надо свет включить, ребят. Сегодня, блин, на улице так холодно. Вот. Что-то я, да, с тем перескакиваю резко. Вот, но экшен кончился. Зима начинается. Валиал поддержал ваш канал как-то на сумму 101 рубль ровно. Хэппи тащи, наш император непобедим. Вот так вот, ребятки. Вот как это работает. Вот как это работает. Даже не надо мне говорить ничего. Пусть мужик работает, он робот. А я буду игру смотреть. Два танка плюс либератор прилетает. Все, расстояние перекрывается, танки теперь стреляют гораздо дольше, чем раньше. Ревенджер кидает каст, но он один, все, нужно три каста, чтобы либератора выбить. Хэппи начинает как раз тремя юнитами, такие проблемы зергу гигантские устраивает сейчас. Танки все еще атакуют, по либератору не стреляет, стреляет по танку, танк поэтому живет. Здесь линги врываются, нужно королевами как-то минуснуть, минуснуть не так просто. Но либератор все же упадет сейчас. И хэппи нужно улетать. Но снизу-то можно еще прохарасить, что хэппи и делает. Так, скан пошел. Танки делают залп. Раскачка. 67-60 по рабам. 13 муталисков строит гуру сейчас. И я так понимаю, это еще далеко не конец для него. Потому что муталисков 17 уже штук заказано. Как долго теперь танки думают? Ну это правильно, слишком имбовый харас был в итоге. Мутка вылетает, начинает харасить сейчас гуру. Че не харасить, а выбивать медиваки хэппи. Один падает, второй тоже упадет. Скорее всего сейчас КД кончится. Буста, точнее, буст этот кончится, вот, и медивак упадет, да, долетел аж до мейна сейчас гуру, то редко пытается минуснуть, минуснуть и получается, мариков много, муты невероятное количество, все 17 штук здесь, нужно пытаться развести, линги на третью базу вместе с муткой врывается, то редко падает, но на мариков, здесь много мариков, гуру, что ты творишь, даже 17 муталисков не способно так быстро мариков забрать, нужно подавляющее большинство, вот. Стримить он бы, я только за, пусть стримит, чё, блин. Я вообще думал на канал, да, кого-нибудь запилить, знаешь, что-нибудь, фильмы какие-нибудь там транслировать, что-нибудь, записи какие-нибудь брудвару старые крутить, чтобы просто канал, он, ну вот если бы у меня не дома комп стоял, допустим, да, была такая студийка, просто чтобы по КД 24 часа в сутки что-то на канале шло, как на телеке, а иногда я врывался. А если там еще и мужик будет комментить, так вообще замечательно, что займусь другими делами. Вот, но это нужен искусственный интеллект, кто его придумает, и так ему хорошо будет. Муталисками гуру, только муталисками выбивает все, посмотрите, по лимиту выходит плюс, это же жесть какая-то. Одними муталисками сминает целый выход тирана, три медивака точно не уйдут сейчас. Четвертый в это время пытается улететь, гуру его не сможет догнать, но и так очень неплохо здесь все получается. Правда, здесь шальной хелбат плюс два мародера на третьей базе минусуют королеву.
Гуру четвертый хаты нет, и это ключевой момент. Ему нужно закреплять как-то экономически свое преимущество. Как, я пока хрен знает даже. Ну как, четвертую, а вот она строится, четвертая, 10 дронов под нее уже заказано, муталисков невероятно много, но у Хэппи по 4 уже в продакшене Либератора, и как муткой биться, нужно как-то съезжать с этих масс-муталисков, Гуру. А как ему съезжать с этих масс-муталисков, я даже хрен знает. Вот сейчас Либератор вылетает, видит, Гуру его минусует моментально сейчас практически, но дэмэджи мутый полетел, получил, посмотрите, сколько Либератор дэмэджа унес здесь. Опасно, Хэппи. Подчеркивание, Смайл поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Я прекрасней всех на свете, любят меня даже дети, все хотят быть прям как я, ведь я круче воробья, ахаха. Не, ну чел упоротый в натуре. Может, женским лучше будет. Смайл, шутник. Спасибо, Смайл. Очень приятно. Так, Спанч Боб, Алекс будет вести официальный стрим Близкона. Я не знаю, откуда ты взял, что он будет официальный стрим Близкона вести, я без понятия. Ну, хотя с ESL у него контакт есть, а у нас контакт с ESL как бы такой не очень, поэтому такая хрень. Какая разница, официальный, неофициальный, там все будут по клинфиду стримить, как, собственно, и я буду по... мне нахрен не нужен клинфид, я буду показывать прямо с места событий с Близкона, в общем-то, с... Тики там, в общем. 155 Хэппи, 173 Гуру. Собирается Хэппи принять бой. Так, задержка минуту, помните. Какой мужик, ребят. Будет мужик. Четвертая падает у Гуру. В это время разводка на мейн идет. Беллинги, линги, все отбивают. Хэппи пытается ворваться на третью. Беллинга, мув готов. Нужно третью ни в коем случае не отдавать. Врыв пошел, 160-160 по лимиту, мутка наламывается, марики падают все в итоге. Мутку засплитил Гуру очень неплохо, разбирает всю 140 на 130 по лимиту. Рабочих у Хэппи больше, правда, чем у Гуру становится, то есть боевого лимита у Гуру значительно больше. И нужно как-то ликвидировать ему, пытаться вот эту базу четвертую, иначе беда, он как раз туда сейчас и побежал. У него на респе здесь аж целых две хаты, кстати, начнут сейчас добываться. Это очень неплохо. Дронов восстановил количество определенное. На третью врываться хочет Гуру или куда он хочет? Так, линги, мутка прибегает. Мутка падает от либераторов. Гуру, куда ж ты так ломишься? За один зал буквально по лимиту проседает у нас Зерк и Хэппи. Берет уже преимущество. Четвертую ЦЦшку Гуру вообще никак законтрить не может. Судя по всему, это 3-1. 85 на 120 ГГ. Вот такая вот хрень. И Хэппи проходит в финал. Финал сейчас. Куда поломился Гуру? У него был шанс на самом деле. Сейчас контратаковать за счет преимущества по боевому лимиту. Не знаю, почему он сейчас этого не сделал.